Добрый день, меня зовут Виталий Архангельский, я директор компании Aviaveco France. Мы крупнейший авиационный брокер во Франции и Монако. Наша специализация – работа с русскоязычными клиентами по всему миру, и мы выполняем уже много лет авиационные чартерные рейсы как для групп, так и индивидуально. Наша компания является сертифицированным в Америке и в Европе чартерным брокером. Мы соблюдаем все высочайшие стандарты качества и безопасности. И мы единственная компания на русскоговорящем рынке, имеющая Argus классификацию и сертификацию Vivern. Мы единственная компания, сертифицированная по стандартам безопасности для полетов в Америке и по всему миру. Мы единственная компания из европейских и компаний с территории бывшего советского пространства. В эти сложные для наших соотечественников времена мы решили, что наш опыт и наша квалификация позволяет в оперативном порядке организовать огромное количество срочных, ранее незапланированных рейсов для эвакуации граждан России, Украины, Белоруссии из мест, где они находились в туристических поездках, по делам, лечении и либо еще где-то. Учитывая тот факт, что мы французская компания, нам значительно проще порой получать разрешение на перелеты в всяких разных азиатских странах, в Америке и, разумеется, в Европе. Вы знаете, что большинство аэропортов, большинство границ на сегодняшний день закрыто, но нам удается получать разовые разрешения на пролеты групп или частные полеты даже в текущей ситуации. Изначально мы всегда ориентировались во всех перелетах от требований наших клиентов. То есть люди к нам обращались, говорили, что им нужно перелететь оттуда туда-то, сколько их человек, и тогда мы формировали конкретное предложение. На сегодняшний день мы поняли, что количество обращений такое большое, что мы стали формировать некое расписание, исходя из того, где больше всего заявок и какие маршруты наиболее востребованы. Обычно рейсы, которые мы формируем, мы успеваем их продать еще задолго до того, как даже дать информацию о нем в общественных или социальных сетях. Поэтому мы достаточно гибко готовы подходить к любым заявкам. И сейчас мы формируем рейсы в Воронеж, в Самару, в Саратов, в Сыктывкар и в Ижевск. Я бы сказал, что в данной конкретной ситуации говорить о стоимости билетов неправильно. Обычно каждый клиент, каждый потенциальный клиент, пассажир, может на нашем сайте посмотреть стоимость целого самолета на определенное направление, на определенный день, на определенное количество человек. И дальше либо мы уже поможем дособрать необходимое количество людей, либо это просто одна, две, три семьи объединяются и летят. Обычно это вполне бюджетные деньги, особенно если сравнивать со стоимостью билетов в бизнес-класс или в первый класс, безусловно. Вы спросите, почему все-таки в настоящий момент люди выбирают, может быть, более дорогой способ эвакуации, но летят на частном самолете. Я бы сказал, это четыре, наверное, преимущества. Первое – это то, что многие люди в сегодняшней ситуации боятся лететь в большом самолете с разными людьми из разных точек регионов, потому что риск подхватить заболевание очень высок в этой ситуации. Также люди боятся и заразиться в аэропорту, особенно когда речь идет о нескольких пересадках. Безусловно, риск накопителей с людьми из разных регионов, разных классовой принадлежности, безусловно, очень высок. Одно из важнейших преимуществ и отличий частной авиации от обычной авиации – это то, что частный самолет летит выше зоны турбулентности. Это означает, что полет на частном самолете, пусть он даже более маленький, чем обычный самолет, намного более спокойный и безопасный. Поэтому большинство людей и выбирают частную авиацию. Безусловным и важнейшим преимуществом частной авиации является то, что современные частные самолеты способны создавать внутри самолета такое давление, которое существенно лучше для организма человека, чем в обычном самолете регулярных авиалиний. В самолете регулярных авиалиний, поднимаясь на высоту,
полета давление в кабине самолета равно порядка обычной высоте 3000 над уровнем моря. В частной же авиации оборудование более дорогостоящего частного самолета способно создавать давление, как будто вы поднялись всего на высоту 900 метров, а это значит, что ваш организм не испытывает перегрузок, вы не отекаете. Тем, у кого уши, давление или проблемы с сердцем, такой перелет становится просто существенно легче. Безусловно, закрытие границ, аэропортов, городов, снятие таможенных постов и пограничных постов – это создает безумные сложности в нашей работе. Но мы привыкли к такого рода ситуациям, особенно в российской действительности. Мы снимаем такие ограничения под разовые перелеты, под список пассажиров, под паспорта, под конкретный авиационный борт. Для частной авиации в российских аэропортах предусмотрены процедуры прохождения вирусного контроля. И я бы даже сказал так, что это одна из немногих ситуаций, когда стоит с уважением отнестись к российским властям. И наши пассажиры жалуются, что даже не заметили, как прошли такой контроль. Это сейчас можно посмотреть, такое наблюдается в Шереметьево. Востребованным рейс оказался Бостон-Самара. Оказалось много студентов, живущих в Америке, которые, родители которых живут в Самаре или регионе. И мы планируем создать еще несколько разных рейсов из других городов Америки в Самару, в Саратов, Ростов, Челябинск, Волгоград и другие аэропорты. Мы столкнулись с тем, что ряд аэропортов оказался закрыт, но мы придумали метод решения, когда самолет просто садится в Шереметьево, пассажиры проходят контроль пограничный, вирусный и таможенный, и самолет по истечении 40-50 минут продолжает перелет в город назначения.